have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Сегодня мы с вами в Build Your Boat for Treasure. Мы как-то снимали здесь один разочек. На самом деле играли мы здесь очень много и очень долго. Снимали всего один раз, потому что этот режим более интересен именно для игры, а не для видео. Но все же он очень достоин внимания. К тому же сейчас тут появилось очень много обновлений. Мы подумали, что было бы неплохо посвятить вас то, что здесь происходит. Вот наш кот построил лодочку. Встань, пожалуйста. Вот. Сохраненная лодочка. С игрушками и посохом магическим. Сейчас мы сначала на верхней палубе разберемся. Вот как это выглядит снаружи. Немножечко расскажи нам про обновления, которые произошли. В общем-то, вот эти вот сундуки, которые вот тут вот сейчас, они раньше вообще не открывались и были бесполезны. Но сейчас... Хо-хо-хо. Это выглядит очень прикольно. Еще вроде как я таких блоков еще не видел. Это кирпичи. Ну, кирпичики. Кирпичики, да. Да. Расскажи немножко про двигатели, которые здесь добавили. Про двигатели? Что ж, в общем-то, вот такие вот моторчики. На маленьких лодках они хорошо действуют. То есть, если не такая, как у нас, огромная, вот эта штука будет их очень сильно продвигать и... Ну, в зависимости, сколько этих двигателей и насколько маленькая лодочка. Ясно, спасибо. Хорошо, тогда расскажем, что на нижней палубе. Я там еще сам толком не осмотрелся. Что за стол? Карта. Карта сокровищ. А почему она вся такая блестит? Короче, черные линии — это куда идти, а красная — это сокровище, все. Остальное — это препятствие. Остальное — неважно. Хорошо. Комната с игрушками? И посох сзади. А, да, посох вижу. Да, его можно вижу. Взять и стрелять. Пиу-пиу. Хорошо, это у нас, так понимаешь, что-то запасной план какой-то, да? Вот этот лифт продемонстрирую, пожалуйста, как он работает. Таким образом, можем подняться наверх. Собственно, то место, где мы здоровались. А что за кнопочка наверху? Это опускает лифт. Ха. Логично, все продумано. Хорошо. У нас есть еще разные плюшки, собственно, пост капитана, еще гарпун. Еще есть рычаг, который позволяет тебе стрелять из всех пушек сразу. С этого борта. Это очень удобно, согласен. И еще есть точно такой же рычаг, который позволяет стрелять из двух гарпунов. Гарпунов. Гарпунов сразу. Где-то только что, по-моему, подавился Квазимодо, такой сидит, смотрит видосик. В смысле из двух гарпунов? Ладно. Еще есть щиты, которые... проламывает все камни. О, а действие щитов на время? И сколько у них кулдаун? Не, кулдаун бесконечный, но это щиты ломаются, когда слишком много камней в них врезалось. Еще добавили камеры. Кого? Камеры. Покажи. Вот. Камера. Ага, понял. Что ты её тыкаешь и можешь наблюдать вот так вот. Это прикольно, я не спорю. Как теперь выйти? Нажми на крестик. Ага. Мышкой. Нет. Ну что я не тот крестик увидел. Ладно, ну что, попробуем сплавать за сокровищем? Да, в общем-то, наверху, на... Куда лучше присесть, наверх? Внизу. Лучше всего внизу и вот тут вот, возле пушек сидеть. Хорошо, давай, я занял позицию, попробуем отплыть. Поплыли. Что? А у нас летучий корабль? Да. Я забыл спросить. У нас летучий корабль. Это да. Мне кажется, или раньше была музыка? Да, и она сейчас. Она просто не сразу начинается. Я понял, просто хотел сказать, что я ничего не слышу. Вот она появилась, я понял, секундочку. Я сделал немножечко погромче, мне просто звука не хватало. Получается, что в разных режимах разные звуки. Могу продемонстрировать, как работают щиты. Да, вот, я думаю, что нам это понадобится на более поздних уровнях, когда опасность будет большая. Хотя, ну... Еще я могу продемонстрировать, как летает корабль. Давай, это безопасно? Конечно. Это мы на двигателях сейчас? Да. На реактивном, да? Да, на самолете. Прикольно. Ой, блин.
все хорошо, еще выровняемся. Выровняемся, говорю. Ох ты ж, ё! Я надеялся на более спокойное плавание. О, нормально, нормально. О, все. А, также я смотрю, добавили сбоку шкалу препятствий, потому что раньше ты не знал точно, сколько тебе осталось, приходилось вот так вот выходить за полигоны как-то и пытаться прощупать. Раньше были открытые и закрытые полигоны. Сейчас понимаешь, что полигоны все закрытые стали. И добавили много чего разного по самим полигонам, по которым мы проходим, и добавили шкалу, на которой нам показывают, где мы сейчас находимся. Появилось очень много карт, и улучшили старые карты. Это здорово. Это реально здорово, это радует. Кстати, стрелянием из пушек ты можешь разбивать всякие камушки впереди нас. Я понял, это штука, она блин, они что, показатель дэмэджев сделали? Нет, не показатель. Это красная? Не, погоди. Так, я смотрю, мы сделаны из довольно прочного материала, да? Очень. То есть можно... Тут больше 1000 железа. Я смотрю, ты подготовился. Если что, этот корабль полностью был собран котом. Я в этом, к сожалению, не участвовал. У меня были немного другие вещи, которыми я должен был заняться. Поэтому мы сейчас смотрим на творение кота. Корабль просто шикарный. И, как по мне, он очень крепкий, очень красивый. И... Блин, на букву... Пару букв уже сбили. Ну ладно, я думаю, что нормально. Хорошо то, что я не назвал лодку Победы. Да, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Мы в паулинге? Ёлки. Да. Я бы предпочел здесь перелететь. Да, наверное, я думаю, что ты прав. Тут лучше перелететь, потому что это очень опасная территория. Если только ты нас смачешь, ты не черпанешь. Что? Так нельзя, они с крыши на нас улетают. Садись, пчелиный улей. Ох ты ж, ёлки! Самолёты сломались. Всё, мы больше не летаем. Так, пора включить щиты. Щит сразу сломался. Ладно, 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 держимся. Наш флаг. Смотри, не умри. Это парус, ну ладно. Ай. А, вот это вот. Я уже полетел. Нет! Залази, залази! Я не могу, лестница сломалась! Нет! Блин! А как ты вылетел? Кресло сломалось. Надо было, наверное, какие-то. Внизу, может, кресло в трюме? Внизу безопаснее всего. Реально, давай попробуем вниз. Просто сядем. Садись за карту и все. Очень жаль, надо было, я же говорю, сразу надо было в трюм садиться, как по мне, там было изначально безопасно, но ладно, посмотрим, как у нас получится. Осталось, кстати, всего лишь сколько, 3 пункта. А минуточку, а в следующий раз, когда мы поплывем, будут другие карты уже? Или такие же? Мне бы хотелось с тобой доплыть, чтобы вместе доплыли. Мне кажется, что у нас получится, если мы изначально в трюме сядем. Я тогда пока что буду улучшать наш корабль. Ты можешь его апгрейдить, пока я на этом еще плыву? Да. Хорошо, давай. Я, кстати, понял то, что надо носить джетпаки с собой. Чтобы не было таких ситуаций. Да, да, да. Или может быть, сделать две лестницы. Лестница быстро ломается. Черт, цунами. Это безопасно. Меня на этого, на Кракена, Крякена, Хрюкена бросило. Итак, косплеем Посейдон потихоньку. Да выпусти меня. Вот, спасибо, еще один цунами. Красота. Переверните меня нормально. Вот, 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 вот. Хорошо, хорошо, хорошо. Как бы я кому-нибудь щупальцу не отдавил таким образом. Так, осталось сколько? Там босс в конце будет? Нет. Почему он выглядит таким большим? Ладно, осталась еще одна комната. Прям вся каменная. Да, вот эту комнату я, кстати, помню еще с оригинальной игры, еще когда не было всех этих обновлений.
Блин. Ну, я тут, конечно, обломаю очень много чего, пока доберусь. Но, в принципе, середина у нас остается безопасной. Ух ты ж я. У меня тут дно пробито немножко. Но, в общем-то, нормально, да. Надо мной какой-то чувак пролетел только что все это. Он не получит золото в конце. Да, это печально. Золото нужно, золото необходимо. Собственно, за него и покупаются всякие классные плюшки, ништячки. Ох, блин, ну сколько еще? Это мы еще под половину мы прошли, да, половину. От бортов, по-моему, уже ничего не останется. Но это последнее, что нам нужно пройти. Дальше вроде как победа. Если не будет еще какого-нибудь большого бассейна под конец, под самый-самый конец. Я уже даже не знаю, сколько... Вон, тут материалов просто очень много надо, чтобы через это пройти. Он еще все бортом собирает. Хватит. Да, согласен, корабль очень крепкий. Немножко развернуло, но я думаю, что это не проблема. Смотри, сзади как будто фонари на машине. Стоп, 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 стоп. Кстати, да, по-моему, вот этой вот красной индикации урона раньше не было. Это появилось опять же сейчас. Раньше ты просто видел, что у тебя отваливаются кусочки, но ты мог только по текстуре понять, какие. А здесь прям показывается индикация урона сейчас. Это очень приятно, очень хорошо. Выпустите нас уже. Меня хотя бы. А, огромное падение на скалы сейчас. Да, я же говорю, что в конце есть еще какое-то испытание. Или скалы уже... А, нет, скалы будут, вон они, ничего не поменялось. Огромное падение на острые скалы. Бьет как раз ту часть, на которой я сижу. По-моему, сейчас просто отвалился бы этот пол и все. Приплыли к сокровищу. Суперски. Я сюда уже довольно давно не заходил, мы как-то очень увлекались этой игрой, много времени здесь проводили, и потом как-то отошли от нее. А сейчас, относительно недавно, несколько дней назад заглянули, и оказалось, вау, сколько тут всего. Прям непаханное поле. Есть! Шуршим по песочку, а вот и сокровище. Трюм оказался безопасен. Угадай, где мы с ним? Где? В трюме. Да. А, в следующем этом, да. Итак, мне дали одну, что это, желейку? Я не понял нет, до конца. Нет, это золото. Нет, золото, да, но материал же ждали. А, еще два сундучка дали. Одну... Я, короче, так подумал, мой корабль достаточно прочен. Для чего? Так что я не буду его апгрейдить. Это, а чем ты занимался тогда последние 10 минут? Идем в трюм. Погоди, погоди, возьми джетпак. Ты знаешь, что случится. А, тоже верно. Просто ты не понимал. Ать. Есть. А как его активировать? Прыгай, это зажми прыжок. Понял. Бензин есть? Черт, почему у меня 666 денег? Поехали, надо срочно выиграть. Мне не нравится эта сумма. Запускай нас. У меня просто такой вопрос, что с кораблем? Я не знаю. Я подумаю, почему. Тихоокеанский дрифт? Нет, я не могу отсюда выйти. Все, сядь, 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 нормально. Он крутится. Нас сейчас обо что-то тормознет, сядь. Я думаю, что нормально будет. Это проблема в кабине. Не надо, главное не блевани. Сядь, пожалуйста. Все, все. Все, пойдем. Мне же надо будет как-то быстро сесть за пилота, за сиденье, которое всем управляет. А, минуточку, что трасса будет та же самая? Походу. Блин. Короче, в общем-то, надо будет в какой-то момент сесть за кресло и начать летать, и активировать щиты. Потом мы так просто все умрем. Мы все умрем! Нет! Я же сказал, что нас все равно развернет как-то. Вот мы сейчас бортом опять пойдем все собирать. Вот минус лестница, здравствуйте. Да, джетпак взяли уже не зря. Да не, не, я умудрюсь. Ты наверх? Да, я наверх. Хорошо, по крайней мере, в любом случае, у тебя есть джетпак, ты сможешь обратно запрыгнуть, если понадобится.
Я тогда понаблюдаю за тобой. Зачем? Что? Взял, развернул на себе все пушки. Нет, я не так хотел. Поздно. Что за машина такая? Что, шайтан машина? Мне хочется кое-что. Что? Что ты сделал? Я зачем? Не знаю. Стой, брат. Она неуправляемая. Что я наделала? Лети за мной. Я лечу. Хорошо то, что у меня джетпак. Меня прицепило гарпунами к чему-то. Давай. Я иду. Я все сделаю. Я спасу тебя. Гарпуны держите, пожалуйста. Что происходит? Нормальный же корабль был. Стоило нам только сесть. Выруби движки. Так, а теперь надо гарпуны поправить. Отцепить, может быть? Да, отцепить. Да что как с это? Тобой происходит? Движок работает какой-то самолетный снизу. Да ну выключись. Ёлки-палки. Истинное значение слова морская болезнь. Нас назад выкинуло. Нас гарпун притягивает. Их теперь два, и они в разных местах. О, вон, одна гарпун-пушка бьется, может, ее сейчас это обломит обо что-нибудь. Да мне кажется, ты чуть-чуть инженерно не досмотрел эту тему с гарпунами. Да нормально же все было, я тебе говорю. Оно не хочет исправляться. Нет. Одно исправилось, хорошо, одно исправилось. Погоди, теперь второе. Давай. Блин, мог бы я просто взять и убрать эту фигню уже. Давай. Исправься. Погоди, оно туда-сюда между уровнями нас мотает. У меня с камерой просто трындец происходит. О, отпустила, два. Так, все, я больше не выхожу из этой кабины, а то происходит всякая фигня. Поехали просто победим и все. Зачем? Ну нормально же я шли. Я хотел посмотреть, есть ли на них топливо вообще. Фух. Безопасное приключение начинает потихонечку превращаться в трэш. Я включу щиты, потому что все равно они сломаются из-за того, что не были включены. Хорошо. Так что хоть что-то. Официально, кот включил читы. В общем-то, эта фигня останавливает все. Вижу. Пока не Блин, а у тебя всего 5 щитов, да? Да, я бы мог поставить больше, но денег не хватает. Я же говорю, надо будет где-то достать денежку, достать еще щитов и поставить их больше, потому что штука обалденно полезная. Я знаю, чем мы займемся после победы. Минус парус. Нет, сидушки. Ты посмотри, как много сидений. Я вижу, табуреточки попадали. Ну ты там, по крайней мере, сидишь как король нормально. Куда? Какие что? Карты? Вы чё? Мы уже уехали давно. Алло. Они перестали стрелять. Ха-ха! Испугались. Короче, гарпунами больше не стрелять. Только в крайнем случае. Я не знаю, как ты вообще ими воспользовался. Зачем? Случайно. Я нажал на рычаг, потом еще раз нажал на рычаг, и тут пам! Случайно два раза нажал на рычаг. Ну вот так вот может произойти. Нет! Не-не-не, погоди. Наш трофей, наш сундук. Ну, ладно, мы получим новые трофеи, кстати, новые сундуки. Я знаю комнату побезопаснее, чем та, в которой ты сидишь. Вообще, видишь? Я думаю, что видишь эту дверь? Да, с посохом, которая. Да. В общем-то, там посох состоит из одного из самых прочных материалов в спальне. Он состоит из больше 20 наковальни. Ко мне табуреточка прилетела. Я посмотрю, может быть, ты там сядешь под конец, когда уже не надо будет управлять кораблем. Желательно сейчас, может быть? Да, да. Нет, меня сидушка украла. Ты сел на сидушку, она вывалилась вместо тобой? Ты где? Нет. Все, я в комнате. Вижу тебя. О которой я говорил. Ох ты же. Ой-ой-ой-ой-ой, там прямо над моей головой летит. Ладно, нормально вроде, по лестнице падает. Чрезвычайная комната. Ай. Типа, вообще... Дедли.
Я вот на этот стульчик сяду. Не вставай, пожалуйста. Нет, я просто пересел, потому что мне прям на голову там летело. Мы это пережили. Да, это был довольно сложный период. Поехали дальше. Тут опять же осталось вот сейчас игральный стол, потом тентакли, потом маяк, потом падение и все. И мы норм. Эти карточки, они, короче, взрывами стреляют. Карточки взрывные? Да, это взрывные карточки. Блин. Они сделают тот эффект, который на карточке нарисован. Короче, а, ну, мы переживем все, кроме... все безопасно, кроме вот этой вот штуки с пчелами. Карта поменялась. Нет, погоди, это все так и было. Нет, были карта меняется. А, вон, да, закрытые зоны появились. Карта, значит, обновляется через время. О, это интересно. Такого раньше, я же говорю, не было. Кроме того, что появилась карта, как таковая, так она еще стала в активном... Зачем? Куда ты пошел? О, я думал, я на пилотном кресле следующий. Вот что я думал. Ты живой? А, мой стул сломала. Ты живой? Да, я живой. У меня просто стул сломала. Ты просто в той комнате сейчас? Да, я в той комнате. Ну хорошо, знаешь, дверь... я тут и останусь. Дверь тебя не выпустит, да-да-да, все, сиди там. Блин, ох, ты ж ё, мы за карту улетели. Я дверь открыл уже. Не надо, закрой дверь, сиди там, все. Закрыл. Что, блин, произошло? Хотя нос что сейчас очень сильно потрепает, но я надеюсь, что... Нет, нос это одна из самых безопасных частей. Короче, самое безопасное место. Я думаю, слушай, может быть, в этом корабле нужно сделать, ну, вроде как бункерную комнату какую-то, знаешь, состоящую там из 35 слоев бетона, металла и всякого такого. Да я в этой комнате и сижу. Тут стол из одни наковальни-то и сделан. Короче, нос это одно из самых прочных мест. Я понял, нам вот это вот место сейчас пройти. Как раз вот этим носом сейчас и ломают все. Вот это место нам сейчас пройти, и мы победим. Я практически уверен в этом. Корабль офигенный получился. Он очень прочный, он выдерживает абсолютно все. Я могу сказать, что испытания стали жестче, чем они были раньше. Гораздо жестче. Но, ну, то есть, ты дискотеку устроил? Да. Сделал первое лицо. Я не вижу тебя из этого, ладно. Это вон, вижу чуть-чуть в комнате. Сейчас главное, чтобы ничего не открылось в моей комнате, а то если меня будет носить, когда мы будем падать, я могу вылететь. Ну блин, мы очень много носом чего собираем. Точно, мой джетпак сломался же. Почему? Потому что на меня упал улей. Это может сломать джетпак? Да. Чувак, мы очень плохо сели на мель. Я думаю, сейчас вот эти два камня мы проломим. Но я не знаю... Выживем. Блин, уже начал пол разламываться. Все, нормально, нормально. Нас вроде выносит в правильном направлении. Сейчас падение с высоты. Падение нам, в принципе, не должно быть ничего такого плохого сделать. Но вот посмотри на каркас корабля. Вот пол в двух местах сломался, но, в принципе, комната осталась довольно целостной. Это хорошо. Бум. Ну что ж, господа, это победа. Easy. Это вторая победа для меня. И слушайте, мне очень сейчас интересно посмотреть, какие там обновления на карте появились. Я думаю, в ближайшее время будем больше играть в этот плейс, в эту игру. Скажите, если вам интересно посмотреть, мы снимем еще одну серию, потому что, скорее всего, на этой победе наша серия будет заканчиваться. Мы и так сделали два рана за сегодня. Пожалуйста, вынесите нас по-нормальному. Встань просто, все. Меня застряло. А, нет, я себя сам джетпаком тормозил, нормально. А, ты тоже полысел? Нормально, тоже. Что, зачем? Дайте денег. Деньги, все остальное. Дребеди деньги. Залазь в сундук, там весело, давай. В гостях у дядюшки Скруджа. А деньги мне дадут? Залезай в подвал, там... А, отдельная анимация для тебя и для меня. Неплохо.
еще одну желейку дали. Это золото. Выглядит как желейка. Что по деньгам? 105. 8 за каждое прохождение, 25 максимально. Да, наконец-то я плохую цифру сдвинул. Ну что ж, ребятушки, тогда я считаю, что на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Это был очень классный рейс. Мне понравилось. Говорите, как вам, что вам, хотите ли вы посмотреть другие препятствия на этих новых картах, что тут еще творится. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.